Ужас должен быть. Ужас. Всем привет, с вами Егор Михайлович. Сегодня мы выехали половить щуку и окуня вот на таких два корейских спиннинга от фермы «Сезон рыбалки». Модель «Фогель». Вот, по приманочкам сегодня будем использовать резину «Лаки Джон», «Китэч» и «АСЛ». Вот такие серебряные блесны. И вот такой вот тел-спиннер будем пробовать. Спиннинги совершенно одинаковые, но только тесты разные. Ну что, пошли ловить? Так, ну что, дошли до пруда. Пруд бойцовский. Нам хозяева разрешили половить на спиннинг. Ну, сейчас будем ловить, пробовать. Вот здесь вот у меня стоит вот такой тел-спиннер. Сейчас на него и попробую. Сразу же. Не успел заброситься, уже зацепил. Ой, ребят, слава богу, отцепил. Ой, что бы я без папы делал? Отцепил он меня сейчас. Будем пробовать делать следующий заброс. Ребят, думал, рыбу поймал, но мне везет на них. Думал, уже рыба, так удочку согнул, прям, но не била. Думал, рыбу поймал. Мне постоянно на них везет. И на мормышку, и на все. Папа, следы кабана. Боже, это ж какой хряк должен быть. Ужас. Страшно. Смотрите, какие следы. Здесь кабаны-то должны были ходить. Ужас какой-то. Ребята, у нас поклевочка. Какая-то рыбка клюнула. Пащупу. Хорошая рыбка. Ух. Хорошая рыбка. Тащу, тащу. Вон цапля полетела. Тащу. Что же это за рыбка такая? Хорошо упирается. Иди сюда. Рыбеха. Ой. Щука. Щука хорошая. Килограммчика два. Есть. Щука. Смотрите, какая. Есть. Красавица! Иди сюда! Иди сюда! Есть! Ребята, есть! Да куда ж ты, куда ж ты, куда ж ты? Иди сюда! Иди сюда! Есть! Клюнула на серебряную блесну. Хорошо, конечно, сопротивлялась. Мне понравилось. И причем ударчики, знаете, какие? Вот как окунь прям такой. Тук-тук-тук-тук-тук. Красавица. Ой, боюсь. Так, ребят, ну вы сами видели, как я сейчас вытащил щуку. Очень классные блесна. И для того, чтобы достать блесну, нам понадобится, всем советую, зевник и карцанг. И сейчас вот так вот вставляем аккуратненько щуки в пасть. Раз. Все.
Ой, блесна уже сама выпала. Вот на такую серебряную блесенку. Вот на такую классную серебряную блесенку мы поймали вот такую прекрасную красавицу. Карцан к нам сейчас не падает. Вот такая вот красивая щучка. Ну, я думаю, там она, ну, поменьше килограммчика. А вот тащила, я думал, все два. Ну, вот такая вот красавица. Класс. Сопротивлялась очень хорошо. И под конец прям так даже флекциончик поработал. Вот такая вот красавица. Ух, фух, никак не могу отойти. Как папа говорит, адреналина полные штаны. Поймал вот на такую блесенку, вот, серебряную. Конечно, ощущения очень классные. Ну что, пожелайте мне удачи. Будем ловить дальше. Вот если вот так вот ее опустить, если она вот так вот плавно будет, то она будет сыпаться. Наверное, вот когда вот я кинул там на глубину, и вот она вот так вот падала, потому что на остановке падала, и она сыпалась. Вот, наверное, в этот момент она и хапнула. Пап, смотри, а вон цапля. Попробуй, доберешь до нее камерой, нет? Красавица с красным носом. Вот сейчас мы кидаем. Очень сильный ветер. Даже тяжелые блесны еле закидывают. Ветром сдувает. Ну что, мы сейчас перешли. Будем пробовать ловить щучку или окуня. Вот вы видите? Вы вот видите, даже вот такая вот тяжелая блесна, и как она близко полетела. Ветер очень сильный. Чуть ли меня не сдувает. А нет, не сошла. Ребята, есть. Щуку, это еще один клюнул. Красава. Тащу. Хорошая. Покрупнее, наверное. Упирается получше. Хороший. Так. Иди сюда, красавица, иди. Иди сюда, моя милая. Иди сюда, иди. Ух, красавица. Да, щука. Ребята, есть. Еще одна щучка. На ту же блесенку взяла. Вот, и всегда, если ловите щуку, не забывайте ставить поводки. А вот то, если бы у меня стояло бы без поводка, у меня бы вот эти две щуки бы обрезали. Вот такая красавица. На эту же блесну. Вот такая. Ребята, есть. Красавица. Ребят, ну что, сейчас будем пробовать отцеплять. Карцан к нам в помощь. Очень сильный ветер. Аккуратненько стараемся ее достать.
штучку. Плохо. Сейчас буду стараться ее аккуратненько достать. Тихо ты, красотка. Заглотила не глубоко, но просек я ее хорошенько. Сейчас земляник нам поможет. Сейчас как же его разжечь-то? Вот так. Прилетел с неба. О, все, достали. Тихо. Фу. Опять на эту же, вот на эту красавицу блесенку. Взяла еще одну, вот такая вот красивая щучка. Класс. Идем дальше. Ребят, сейчас хочу поменять приманочку. Вот на такую серебряную блесенку. Тоже серебряная блесенка, называется карасик. Ну, сейчас попробуем ее кинуть, посмотрим, как она играет. И она потяжелее, потому что сейчас буду стараться кидать подальше. Она потяжелее такая, вон, видите, куда улетела? Ну все, делаем проводочку. Ребята, у нас еще одна поклевочка. Щучка, опять щучка. Красотка щучка. Ой, карп. Карп. Это карп. Видели-ка? Карпа забагрил. Видите? Карпа за... За бок. Вот так вот. Карпуха. Карпика за бок зацепил. Зеркального, у небольшого. Карпеночек. Ой-ой-ой, стой. Вот такой красавчик. Но этого малыша, я думаю, он выживет, мы его отпустим. Потому что мы сегодня охотимся не за карпом. Лови. Давай. Пошел, красавчик. Ребят, сейчас вроде бы типа поклевки что-то было. Я подсекаю. Тык. И приманки нету. Понял. Там от поводка застежка оторвалась. Ребят, смотрите, сейчас пойдем по берегу. Смотрите, как дерево упало. Ничего себе. Корешков у него сколько. Посмотрите, туда даже зайти можно. Офигеть. Классно. Если придавит, мало не покажется. Ну все, мы идем дальше. Так, ну что, как обычно, пришло время подводить итоги сегодняшней нашей рыбалки. Сегодня мы ловили исключительно на серебряные блесны. Сегодня мы поймали вот таких вот две щучки.
Сегодня был очень сильный ветер, поэтому ловили только на тяжелые блесны. И джиг даже не использовали, потому что это было бы глупо, потому что он бы не летел бы и не было видно бы поклевку. Вот. И всем советую. Вот поймал такие две щуки. Помимо этих щук у меня еще было две поклевки. Вот. А что интересного сегодня было в рыбалке? Сейчас я вам расскажу. Одна щучка соскочила, ну, чуть-чуть, наверное, поменьше этой, вот. А другая просто оторвала поводок. Не потому, что она была крупная, она даже, наверное, была поменьше, чем вот эти, вот. Потому что поводок был некачественный. Кстати, очень хочется сказать, что килограммчик они, но я думаю, килограммчика нету, где-то грамм 800, так вот где-то. Вот. И всем советую, чтобы если вы ловите щуку или какую-то другую рыбу, всегда советую, чтобы у вас были, если для щуки, зевник и карцанг. И для другой рыбы, для окуня, для судака тоже это подойдет. Вот. Ну а с вами был Егор Михайлович. Пока, ставьте лайки, если вам понравилось. Подписывайтесь на YouTube и на мой Instagram. Ну а с вами был Егор Михайлович. Пока!